Вот, видите, вакцины лежат в холодильнике. Непосредственно перед тем, как сделать, они вытаскивают. Вакцина гриппа чувствительна к перепадам температуры, поэтому хранится строго в холодильнике. Заходите! Не успела вакцина поступить в поликлинику, как уже появились первые желающие сделать прививку. Ведь впереди, по прогнозам, нас ждет непростой эпидсезон. Мутированный грипп столкнется с коронавирусом. А эту гремучую смесь, как говорят специалисты, смогут пережить не все. У одного человека инфекция может быть вызвана сразу нескольким возбудителем. Да? То есть, вот, возможно сочетание гриппа и коронавирусной инфекции. Помимо поражения органов дыхания, вот, возможно поражение сосудов. Поэтому, ну, возможно, более тяжелое течение заболевания. Обновленная прививка от гриппа, который на этот раз содержит дополнительный компонент, может дать защиту и от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом неоднократно заявляли санитарные врачи. Именно поэтому медики активно призывают в этом году сделать прививку от гриппа, особенно тем, кто находится в группе риска. Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, с заболеваниями почек, с метаболическими нарушениями. Также рекомендовано привиться лицам по роду профессиональной деятельности, которые подвержены риску заражения. Это сотрудники сферы обслуживания, торговли, транспорта, здравоохранения, образования. В этом году вакцинация пройдет в рекордно короткие сроки. За 3 недели в Татарстане планируется привить около 2 миллионов человек. Нужно торопиться, говорят медики, ведь новые штаммы мутированного гриппа санитарные врачи уже обнаружили в воздухе. Вы будете прививаться в этом году от гриппа? Нет, не буду. Скажите, я прививался каждый раз сильно болею. Я не знаю, что они туда вливают. Буду. А скажите, почему вы до этого прививались? Нет. Ну, смотря какой грипп. Учитывая, что сейчас такая ситуация, атмосфера такая непонятная. И учитывая, что вторая волна, говорят, что будет. Как отреагирует наш организм, не знаю. Вот. Ну, посмотрим. Вакцина от гриппа в этом году будет абсолютно бесплатной. Прививку можно будет сделать во всех поликлиниках города, но по предварительной записи. Айгуль Низамутдинова, Валерия Ким, Владимир Ладушкин. Телеканал «Эфир».